утро, товарищи. Начинаем утреннюю гимнастику. А, закукарекал. Сам не спит. И людям не дает. Начинаем ходьбу на месте. И... Ходьбу. Какая может быть ходьба в такую рань? Куда идти, когда все закрыто? Ширину плеч, прогнитесь и постарайтесь руками достать носки. Правильно. Носки надо выдох. Достать. Куда же я их положил? Странно. Выдох. Ни носков, ни ботинков. В чем же я вчера домой добирался? Непонятно. Вытяните руки перед собой. При счете раз, резко поднимем вверх. Вот интересная раз. Проблема. Почему в понедельник руки ходят, а ноги нет? Раз. Да, в таком состоянии нельзя на работу идти. Я сейчас столько браку дам. На всю пятилетку хватит. А не пойти тоже нельзя. Прогул запишут. Так что идти или пожалеть родной завод. Вот о чем надо по радио говорить. Кто устал, может закончить упражнение. А вы устал. Не то слово. Ой, мало. Мало нам платят за такие мучения. Теперь переходите к водным процедурам. Всего доброго, товарищ. К водным. Нет, смелый, вот сам пей. А я подожду до 11, а я до 14:00, к сожалению. Гражданин Сироткин. Рано. Где? За наше гостеприимство нужно расплачиваться. Всего-навсего 25 рублей. Спасибо, дочка. А за появление... В общественном месте в нетрезвом состоянии. Штраф 50. Знали вы. Итого 75 рублей. 0,0 копеек. Подмосковные вечера.